Куба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть растения против зомби 2, проект Эклис, где действительно хардкорно, то есть поначалу-то легко, все очень легко, а потом, блин, начинается такая задница. В общем, друзья, очень хорошая модификация, надеюсь, тебе нравится. Приятного просмотра, приятного аппетита, и мы с тобой, наверное, сразу же нажимаем, да, без всякого вот такого разговора. Я еле как прошел, блин, предыдущую серию. Ой, серию, блин. Уровень, друзья, видите, я уже такой, блин. В общем, здесь особенная прокачка. Если вы вообще первый раз смотрите, что это за модификация, зомби здесь особо не как-то... Может, характеристики у них немножечко там лучше стали. Но на деле здесь, конечно, растения. Посмотри, здесь есть тройная прокачка. Здесь нету удобрения. Вот что самое, кстати, печальное. Нельзя, блин, в один прекрасный момент там хоба и... Чтоб, например, дракончик сразу извергал свою жогу из живота. Нет, такое не получится. В общем... Берем самые важные растения. Смотрим также здесь, видим, нужен обязательно просто, друзья, обязательно вот кабачочек, вот это можно также взять на надгробие, и все, воевать уже некому. Надо здесь, конечно, также у нас есть гипногриб, который хорошо поможет, но, в принципе, против таких зомби, я думаю, стоит нам взять... Обычно берут. Может, дракончиков взять? Но нет, они как-то такие. Давай вот это возьмем. Да, такой крутой грохострел. Все, начинаем. Начинаем, друзья. Приятного вам просмотра, приятного аппетита еще раз. И все, вперед. Вообще, конечно, опять же, я неправильно делаю. Надо вот здесь вот устанавливать грибы. И вот здесь вот. Самое интересное в этой модификации, здесь не все рандомно. То есть зомби, они идут в определенный, как бы... Вот, смотри. Видишь, где он там и будет теперь ходить. То есть, если мы нажмем рестарт, да, он постоянно там и будет, ребят. Постоянно там и будет. Так, все, потихонечку сейчас мы с тобой накопим. Так, отлично. Быстренько. Можем мину поставить, но лучше еще раз его заморозить, блин. Так... Быстренько вот так вот делаем. Так, смотрим, где тут у нас этот появился. Так, к сожалению, видишь, съели, притом вообще очень быстро как-то. Я даже удивился. Стоять. Но он, я думаю, быстренько сделает свое дело. Да, друзья, все отлично. Мы с тобой начинаем устанавливать грохострел. Как ты видишь, здесь уровни вообще переработаны, совершенно другие. Так. Хорошо. Мы с тобой его сейчас останавливаем, нашего дядю. Фу, нифига себе. Вот это не очень нравится мне. Если честно, вообще не нравится. Так, нам надо побыстрее устанавливать. Я уже это понял, ребят. Так, и, наверное, еще на один рядочек мы с тобой будем претендовать. Ну, я как понял, мы сейчас грохострелы с тобой быстренько... Блин, этот гад сейчас будет вот превращать, да. Молодец. Так, и видишь, в чем проблема? Мы там не можем ничего... О, офигеть, он как быстро превращает. Вот это уже минус. Я уже, похоже, понял, в чем тут главный минус заключается. Ну ладно. Сейчас будем надеяться, что он... Офигеть, он все идет. Так, все, мы с тобой установили. Грибочки у нас есть. Но, ребята, надо, конечно же, нам, да, устанавливать еще. Это обязательно. Здесь мы можем с тобой вот эти вот грибы установить. Какие-нибудь эти можем. О, что? Офигеть.
Стой, дружище, офигеть. Ничего себе. Так, вот этого я вообще не ожидал. Ты видел? Да, вот эта версия очень... А я смотрю, как-то слишком легко, блин, нам играть. Что-то не то. Так, стрекана должны быстро уже укокошить этого. Так, быстрее. Есть, отлично. Так. Пипец. Просто пипец. Так, ну хорошо, хоть этот быстро. Сейчас у нас тут... Ну, алмаз. Забираем, ребят. Так, мину какую-нибудь ставим. В принципе, идем мы хорошо. То есть не сказать, что вообще плохо. Щелк! Не, слушай, все хорошо. Ну, хорошо. Я как-то, блин, думал, все плохо. Не, все нормально. Так, последняя волна, ну, наконец-то. А то я уже как-то это... Прям... Но тут много этих. Видишь, главная проблема какая, что много-много магов. Хорошо, что... А, какой много всего, два. Нормально, разберемся сейчас. Ребят, разберемся. Самое важное именно, что в начале... Что грибы... Три алмаза за одну серию. А за один уровень это что вообще? Впервые такое. Ну, нормально. Прошли, друзья, но что-то легкие сейчас уровни. Хотя вот видишь, если бы мы с тобой в начале поставили бы горохострелы, то все бы, может, и плохо было бы, мой друг. Потому что горохострел сразу маг превратил бы в овец, и все, и кто защищался бы. Но там, видишь, надгробие как бы сзади вроде как выталкивали грибы, поэтому, может, еще бы мы прожили, не знаю. Так, апгрейд... А, этот бонус только... Так, погоди, что? Начинаем с 25% экстра сан? Ничего себе, но там она написала, типа, только на этом уровне, офигеть. Ничего себе. А, уничтожь все, пока не закончится волна. Надгробие уничтожь все. Ух ты ж, блин, так это сейчас тяжело будет. Это как я вообще сделаю-то? Ну, попробуем, ребята. Должны сделать вроде бы. Хоть и я думаю, что будет немного сложновато. Так, ну начинаем. Так, всего один. К сожалению. Так, и первый наш уже идет. Сейчас самое важное просто-напросто нам быстренько грибы установить. Дальше как-то проживем. Так, в принципе, легко, быстро. Вон, смотри, как мы быстро уничтожаем. Ну, как-то вообще быстро. Даже не думал, что мы так быстренько будем делать это все. Так. Да, по-моему, вообще быстро. Смотри. Все. Здесь мы с тобой все вроде как сделали, да? В смысле, они... Так... Какого фига, блин? Что-то я не понял вообще прикола, если честно. А как же мне их уничтожить-то быстро так? Пока не наступила в последняя волна. То есть, если она наступит, там вообще просто пипец будет. То есть, повылезают, видимо, суперкрутые зомби, что ли?
Интересно, интересно, конечно. Ну, либо просто все провалится, я не знаю. Ребят, все возможно. Все действительно возможно. Так, как же нам здесь... Вот, немножечко я оплошал сейчас. Да, вот это вот доспустил, и видишь, что творится. Так, куда-нибудь надо вот сюда, вот это сюда, вот. Сейчас, ну нормально будет, ничего страшного, ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, спокойно. Зато эти грибочки, они потихонечку этого сейчас уничтожат. Видишь, заряжается солнцами, гад. Так, и начинаем уничтожать. Сейчас самое важное вот сюда, вот, вот сюда, вот. В принципе, нормально идем. Так, на один ряд надо нам пошевелиться. Видишь, о, какая проблема пошла у нас тут. Так, давай этого старичка вот так вот сделаем. Очень быстро надо все делать. Так, замораживаем. Все, отлично, отлично. Мы справились с нашей задачей. Но самое важное, если честно, нам еще также установить грибы. Три рядочка лучше устанавливать. Так, хорошо. Все, я думаю, теперь мы чисто можем отдыхать. Думаю, так, по крайней мере. Блин, он сейчас мину мою уничтожит. Сволочь. Здесь что-то подкусывает там. Нифига себе, гад. Какой вонючий. Так, давай вот так вот сделаем. Есть. У нас солнышки это позволяют, поэтому мы с тобой можем. Так, теперь... Можем еще даже расшириться. Так, нормально. Так, отлично, 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 отлично. Надгробие уничтожаем. Так, дядя, стой, 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 стой. Блин, смотри, что сделал. Стоям, офигеть, смотри, как он заряжается прям. Так, нужно больше, больше, больше поставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Будет не очень приятно. Так. Есть. Так, и наверху, 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 ребят.
конечно, здорово, что он превращает в овец, потому что зомби, они как бы не трогают их. Но иногда это вообще не к месту. Конечно. Так, пока живем. Ну, в принципе, мы избавились. То есть, видишь, вообще, вот последний надгробие я увидел, мы его с тобой спокойно уничтожили. Блин, это капец! Вот это сейчас капец вообще будет, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пипец адский. Хотя нет, спокойно, смотри, вывезли, вывезли. Это шикарно, друзья, мне понравилось. Чё, этот будет ложиться? Ложись, ложись, братишка. Молодец, все, повалил череп. И мы с тобой получаем офигенный гриб. Его, по-моему, вот здесь вот не получить. Он, по-моему, открывается вообще. Слушай, а где он открывается? Или здесь он открывается? Ну, в оригинальной имеется в виду игре, он, по-моему, как раз в темном времени, в темном веке. Ой, ребят, не помню уже, блин. Хотя, вроде как, не очень долго времени прошло. Ну, давай посмотрим сейчас, что будет. Ну да, тут все правильно. Все то же самое. Угу. Так, не больше 3000 солнышек. О, сейчас еще и Гаргантюа пойдет. Ой-ой-ой. Пока это, кстати, работает у нас. Тактика. То есть не больше 3000. Представляешь, потратить надо. Ну, в принципе, нет. Ну, ничего такого сложного. Но проблема в том, что если мы превысим, то, понятное дело, провалим уровень. Стоит ли это делать? Погоди, я вот сейчас теперь начинаю задумываться. Тут нам, конечно, сейчас самое выгодное, ребята, это чисто просто вот так вот делать. Стой. Сейчас мы с тобой... Погоди. Быстренько рассадим все это. Даже не знаю, как лучше сделать. Горохострел нормально. Так, и сюда устанавливаем его. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, есть. Отлично, ребят. Идем дальше. Так, мы его можем задержать, чтобы чуть побольше времени выиграть. Я думаю, эта тактика вообще будет работать хорошо. Смотри, как хорошо работает. Все, чисто сейчас устанавливаем везде этих. Но я не знаю, мне кажется, лучше, конечно, по два. Да, лучше по два, ребят. Надо по два, обязательно просто. Иначе, блин, будет плохо. Видишь, нам как раз дают время. Все, хорошо. Сейчас они пусть дают нам солнышки. Все, отлично. 1400. Так, тихо-тихо-тихо, останавливаем. И теперь берем лопатку. Так, это нормально. Так, ребят, давайте вперед. Главное хотя бы два рядочка сделать, я думаю, сойдет. Сойдет, пройдет. Та-та-та-та-та-та-та.
Ну, против Гаргантюа, конечно, если честно, не знаю. Тут уже придется нам мины, я думаю, устанавливать. Там уже посмотрим. Так, все, хорошо, идет там. Одного давай волшебничка мы с тобой сейчас заколдуем. Нифига себе он. Гад какой, смотри, что делает. Блин. Думаешь, пройдем? Ну, сейчас, не-не-не, они первый слой, так сказать, грибы он превратил, а вот грохострел пока держится. Это хорошо. Все отлично. Гаргантюшек никаких нету. Все отлично. С помощью айсберга мы с тобой останавливаем. Не используем даже надгробие. Ну, могила яда, точнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут может быть сложно, но... Ну, хорошо, что мы быстро справляемся. Притом, пока волшебник не уничтожится... Вот, Гаргантюа пошел! Мы с тобой смотрим, где он идет. Мы с тобой его останавливаем. Блин, сейчас вообще не вовремя будет, что здесь... Этот... Вообще, конечно, не вовремя, но... Что делать? Так, останавливай. Да не волшебника, нафиг ты волшебника-то остановил? Я не знаю. Сейчас он по мине ударит. Да, к сожалению, он ударит по мине. Вдаривает. Так. Сейчас. Ну а нафиг. И он должен, по идее... Блин, он бросил своего этого мальца, но... Камон! Отлично, 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 ребят. Держимся. И сейчас будет большая волна. Сразу смотрим, где... Ага. Вижу, 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 вижу. Все норм. Не того. Так, главное больше не потратить. Блин. Ну куда ж ты, волшебник, блин. Так, спокойно, надеюсь. Да, 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 отлично, отлично. Волшебников уже укошили. Сейчас самое важное, чтобы мины созрели, понимаешь? Главное, чтобы... Да, они созрели! На, нафиг! Все, хана Гаргантюа. Офигеть! Шикарно, ребята. Сегодня шикарнейшая серия. Здорово. Просто здорово, ребят. Модификация топовая. Ну и финиш Dark Ages, часть первая. Смотри, все, закончилось. Или это... Или следующий уровень, это последний, ребята. Сейчас мы с тобой посмотрим, чтобы... понять. Так, ну-ка. Нет, следующий, последний уровень. Угу. Все то же самое, только там будут, конечно, рыцари. Ну что ж, друзья, на этом мы с тобой пока что закончим. Надеюсь, тебе серия понравилась, братишка. На этом все, бай-бай, дорогой браток.